Вечер, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел в детско-юношеском центре «Лидер». На традиционное мероприятие собрались фронтовики, ветераны и дети войны. По словам главы региона Игоря Кошина, такие встречи крайне необходимы. Это прекрасная возможность еще больше узнать историю, узнать героев, отдать дань памяти тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Я безмерно вам благодарен за то, что вы постоянно делитесь своим опытом. Будь то уроки в школах, будь то встречи с детьми, с молодежью. Невозможно строить будущее, не зная и не помня прошлое. Вячеслав Кузьмич, ваше поручение принято. Начнем проектировать стену памяти. Порядка 9500 жителей нашего округа ушло на поля сражений, и треть из них не вернулась. И, безусловно, мы должны знать имя каждого из них. Война затронула каждую семью в Ненецком округе. В разные годы на фронт уходили рабочие, рыбаки, оленеводы. Многие из них, вернувшись с войны, трудились на благо Ненецкого округа. Но до сегодняшнего дня не дожили. Сегодня набирает обороты наш бессмертный полк. Но это мероприятие организовал не кто-то сверху, не какой-то руководитель. Люди идут туда по зову сердца. Потому что в каждой семье сегодня хранят память о своих близких и родных, которые ушли на священную войну и отдали свою жизнь и здоровье ради нашего мирного, светлого будущего. Люди, которые справились с фашизмом, разрухой, поднимали народное хозяйство, способны справиться и с сегодняшними вызовами.